Итак, друзья, значит, у Яндекса есть уже продукт, который работает на нейросети и который создает тексты уже сейчас. И вы можете его опробовать. Называется он Балабоба. Нейросеть не знает, что говорит, и может сказать всякое. Если что, не обижайтесь, распространяя получившиеся тексты. Помните об ответственности. Ну что ж, помните об ответственности. Друзья, ну давайте, допустим, Путин повысил, значит, уровень жизни. Вот. Нажимаем, и интересно. Нейросеть. Так, в новом году желаю тебе еще раз. А, стиль. Новогодние открытки нет. Без стиля. Демонстрирует как. Так, у Балабобы нет. Так, друзья, при слове Путин. Теория заговора. Балабов не так. Балабов демонстрирует запрос на, например, на политику. Короче, политика не работает с Балабобой. Давайте тогда попробуем сейчас задать вопрос. Значит, сколько будет стоить доллар в 2022 году? Итак, думает. Смотрите, все-таки время. Итак, сколько будет стоить... Доллар будет стоить больше, чем сейчас. Блин, это печально. Вот и все. Теории заговора, ТВ-режим. Давайте еще раз ТВ-режим. Как-то мало текста, мало текста. Прогнозы экспертов, тосты. Тост. Какой будет тост? Сколько будет стоить доллар в 2022 году? Сколько будет стоить доллар в 2022 году? Это тост. Так, еще раз открытка. Дорогой, с Новым годом! Желаю тебе, чтобы в 2022 году курс рубля был 1 рубль за доллар. Друзья, это по-настоящему веселая открытка. Причем, смотрите, она с анимацией. Вот смотрите, снег тает, приходит весна, я так понимаю. Ну, короче, или наоборот. Ну, короче, друзья, очень круто. Очень круто, открытка крутая, и поздравление тоже классное. Народные мудрости, давайте. Народные мудрости. Сколько будет стоить... Ну, так и будет. Так, значит... Пойду я в магазин. Так, что нам скажет народная мудрость? Куплю я мандарин, ведь я сегодня именинник. Ну что ж, неплохо. Так, тосты. Тост. Пойду я в магазин, куплю бутылку вин. Хочу побыть один, хочу сходить в кабак, чтобы никто не лез ко мне со всякой ерундой, чтобы было весело, чтобы я ушел домой. Ну что ж, ну, кстати, неплохо, друзья, неплохо. Друзья, вот, собственно, вот так вот мы протестировали нейросеть Яндекса. Балабоба, ссылка в описании, протестируйте, если хотите, сами. Всем пока, до свидания.